Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите «Завтрак в городе Че», и с вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусный десертный салат. Салат на основе моркови и яблока. Туда же мы будем добавлять изюм, арахис соленый. Это тоже такая небольшая фишечка и акцент. И будем добавлять йогурт. Йогурт в качестве заправки. Сейчас я очищу морковь и очищу одно яблоко. Использую такую вот экономочку, просто снимаю кожицу и затем буду натирать на терке. Ну, мне кажется, что способ измельчения овощей и фруктов в данном случае совершенно не важно какое, то есть вы можете даже не натирать на терке, например, нарезать просто ножом. Но, как по мне, так крупно нарезанная морковь, тем более, что мы ее никак термически не обрабатываем, достаточно твердая, и, наверное, не у всех есть возможность или желание разгрызать эти куски моркови твердые. В общем, я предпочитаю салаты на основе моркови готовить с помощью терки, причем достаточно мелкой. Яблоко и морковь на самом деле очень здорово сочетается, и вот этот вариант салата, он его можно назвать также и десертом, потому что все ингредиенты, включая, кстати, морковь, сладкие, ну, кроме арахиса. Так, теперь я возьму терочку, вот, наверное, та самая сторона, которой я воспользуюсь. Я стараюсь осторожно натереть морковь. Работаем с теркой предельно осторожно. Готовить буду небольшую порцию, поэтому натирать всю морковь не стану. Этого количества вполне достаточно. И затем яблоко. Вот яблоко все-таки, мне кажется, здесь более уместно кисло-сладкое, потому что оно более сочное, на мой взгляд. И вот эта кислинка, которая присутствует в кисло-сладком, в кисленьком яблочке, она очень здорово дополняет салат. Если же у вас яблоки сладкого сорта, вы можете просто добавить капельку лимонного сока или сока лайма, или даже капельку яблочного уксуса во время заправки. Тем самым вы сгладите вот этот вот момент кисло-сладкого баланса. Я сейчас возьму ложку и остатки яблока и моркови достану из терки, чтобы ничего не ушло мимо. Все это отправляю в глубокую посуду. Стараюсь не потерять тот сок, который выделяло яблоко, морковка. Эти товарищи достаточно сочные сегодня попались. И теперь добавляю изюм предварительно, конечно же, я его вымыла и замочила в кипятке. Далее добавляю немного соленого арахиса и заправляю йогуртом. Йогурт можно заменить на сметану. Или, например, йогурт натуральный, без сахара. Здесь именно сладкий, потому что сегодня я такой десертный салат решила приготовить. Все, в принципе, готово. Сейчас я возьму вот такую вот креманку и оформлю. Все-таки салат у нас десертный. Будем оформлять так, как положено оформлять десерты. Предназначенной для десертов посуде. Очень приятный аромат. Такой ненасыщенный, легкий, нежный, сливочно-морковный. И вот здесь я просто добавлю немного изюма сверху для подачи и небольшую горстку
Итак, наше блюдо готово. Легкий десертный салат и, на минуточку, витаминный салат готов. Его можно подавать к столу. Желать приятного аппетита, ну и, конечно же, хорошего дня.